ты что творишь? Я убираю! Не мешай мне! Да что это за игры? Я и так целый день убираю! Вот и убирай, старушка! Ай-яй, маленькая! Ты об этом пожалеешь! Ой, и что ты мне сделаешь? Проклянешь меня? Пока нет! Жаль, что на детей до 15 лет нельзя накладывать проклятие. Но хорошо, что их можно накладывать заранее. День за днем, утро за утром. На 10 лет старше ты будешь. И это проклятие ты не забудешь! Ой, наконец-то от него избавилась, а то не знала, куда его деть. Ну что ж, готовься, доченька. Как только тебе стукнет 15, ты сразу начнешь ощущать, как это быть взрослым. Смотри, куда прешь. Прости, Китя. А что это на тебе? Это наконец-то какой-то гениальный человек додумался вставить тебе рожок мороженого в голову. Нет, вообще-то у меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 15 лет. Поздравляю! У меня по такому поводу даже есть для тебя подарок. Эй, ты чего? Да что ты, не стоит благодарности. Это худший день рождения в моей жизни. Ева, Ева, ты где? Да тут я. Ой, а что ты тут делаешь? Это стерва Кити испортила мой день рождения. Ну чего ты? Не обращай внимания на всяких дурочек. Вот, смотри, что я тебе принес. Этого заслуживаешь. Спасибо. Ты самый лучший человек в моей жизни. Ева, я хочу, чтобы ты знала. Я буду с тобой всегда, сквозь все-все-все года. Никогда про это не забывай. Так и будет. Пошли домой, уже дождик начинается. Этого не может быть. Этого не может быть. Ой, здравствуйте, мисс. Ты... Нет, 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 я не прогуливаю уроки, вы что? Ну ладно, прогуливаю, только никому не говорите, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну хорошо, я никому не скажу. Спасибо! Но только... Только что? Как же тебя проучить? О, есть идея. Вот... Тебе нужно выполнить вот эти задания. До конца года! До завтра! Иначе я расскажу директору, что ты прогуливаешь, и он тебя выгонит. Ну как же я успею? Тут столько заданий. Не ной мне тут. На твоем бы месте я бы здесь не стояла, а уже шла и начинала бы их делать. Живо! Так точно! А быть взрослой это не так уж и плохо. Это кошмар, Доник! Что со мной? Что происходит? А, не нервничай ты так. Может, это пройдет? А если станет только хуже? Мне страшно, Дони! Ничего не бойся. Я же с тобой. Давай останусь у тебя на ночь, а завтра придумаем, что будем с этим делать. А ты не храпишь? Нет, нет. Нет, ты что? Ну, тогда хорошо. Я такой джентльмен. Куда? Я тут, а ты там. Доброе утро, Ева. Доброе утро. Ну как, все прошло? Ну, как тебе сказать? Что? Ай, спина! Эх, сегодня еще хуже, чем вчера! Да как тут? Может, не стоит? Донни, отойди! Я хочу посмотреть на себя!
Нет, нет, правда. Лучше не надо. Да, Донни, что с тобой? Так, а ну отойди, я хочу посмотреть. Только не кричи. Да не горячись ты так. Все равно ты у меня самая красивая. Я старуха! Да какая старуха? Не выйду. Я не выйду из дома больше никогда. Ну, по крайней мере, в школу. Я придумал. Давай не пойдем в школу, а пойдем в кафе. Нет, не хочу. Ну, не хочешь идти, значит, пойдешь. Ищи все, что может быть ведьминской штучкой. Так точно. Это точно что-то ведьминское. Ну, почти. Тут совсем ничего нет. Может, мы ошиблись, и она не ведьма? Погоди-ка. Что такое? Смотри. Ой, это тоже вряд ли связано с колдовством. Это просто дверь. А что за ней? Ого, похоже, это все правда. Ага. О, смотри. О, а это, походу, то, что нам нужно. Открывай и ищи заклинание возраста. Так, посмотрим. Вот, тут написано, чтобы снять заклинание возраста, нужна вещь, сделанная руками врага, и подарок любимого человека. А кажется, кому-то придется дарить мне подарок. Вам ортопедический пояс или измеритель давления, леди? Дурак! Ладно, с подарком определились. А как насчет вещи, сделанной руками врага? Китти, мой враг. Продолжай. Я недавно заставила сделать кучу домашки. Можно пробраться в школу и забрать их. Так чего ты стоишь? Беги! Хорошо! Ой! Спина! Ой! Интересно, в этой книге есть заклинание по увеличению бицепса? Даже не думай! Так, сейчас незаметно проберусь, заберу домашку и тело в шляпе. Здравствуйте! А я повсюду вас ищу. Нет? Ну, конечно, вас. Вы же новый учитель на замену. Да, я мисс Ева. Мисс? Да. Значит, ваше сердце свободно. Мое сердце, оно... Ой, кажется, мне пора бежать. Ладно, действительно, что это я? Поговорим об этом в другой раз. Ага. Позвольте вам помочь. Спасибо. Ну и красотка, уф. Ой, мне что же уже пора на важную встречу. Есть. Я все сделала. Сказала ему, что у него на пороге будет стоять прекрасная женщина, которая вот-вот объявится, и она будет его судьбой. Отлично, так мне уже идти? Нет, конечно. Подожди немного, а то он догадается. Точно, точно, точно. А, кстати, можешь забрать вот это. И, кстати, для правдоподобности я ему сказала, что ты у него что-то попросишь, и он обязан тебе это дать. Это можно будет попросить у него какую-то кофточку, или сумочку, или тазики, или... Короче, с этим уж сама разбирайся. Я свою часть выполнила. Спасибо, вы настоящий профессионал. Ага. Итак, тема урока. Тема урока... О, ТикТок, точно, ТикТок. Вот блин, а я не подготовился. Вчера перед сном даже не листал ленту. Ребят, напишите в комментариях, а вы тоже перед сном смотрите ТикТок? Значит, первое задание... Продолжить танец. Я знаю. Отлично. Вау. Я готова к этому всю жизнь. Я супер молодец. Садись. Класс. Вот это лег.
Блин, а эта училка классная, не то что эти нудные старухи. Так, так, так. Ну, а теперь ваша очередь. Так это легко. Нет, нет, нет. У вас будет другая тема. Скажите мне, сколько будет 1446 плюс 3871? 1446. 10. Будет 10. Неверно. Так, что у нас дальше? Опа, а что это тут у нас? Так, ладно, вы там занимаетесь чем-нибудь, а я потом проверю. А у меня тут появились дела. Нужно исправить пару оценочек. Так, здесь отлично. Здесь тоже отлично. И здесь. Какая все-таки молодец. Так. Ладно, что там у вас? Все сделали? Ну что ж, все молодцы. Ну, почти. О, все, можете быть свободны. Наконец-то. А ты подожди. Что еще? Мне тут доложили, что вам на днях дали кучу заданий. Где они? Я отвезла ее к директору. К директору? Ну да. Я так и не нашла ту учительницу, которая мне все это задала. Ладно, можешь идти. Придется снова идти к этому мачо. Так, тише, ну куда он их засунул, кретин? Это мы про кого? Ой, да там есть один. А что вы тут делаете, мадмуазель? О, вот хотела вас кое о чем попросить. Кажется, это она. Моя судьба. Все происходит так, как говорила ведьма. Просите все, что угодно, я все сделаю. Мне нужна... Что? Яхта, особняк, все, что угодно. Мне нужна домашняя работа Китти. Вот это что ли? Вот я дура. Как я сразу не заметила. Забирайте. Все равно не понимаю, зачем она ее мне притащила. Спасибо. Ну что ж. Что? Вы получили то, что хотели. Теперь моя очередь. Ай! Что творите? Вот кретин! Эй, поаккуратней. Совсем уже обнаглели. Так на чем я там остановилась? Ты рассказывала про новую учительницу. А, да, точно. Короче, я захожу в туалет. Она мне вручает кучу домашки и говорит, чтобы сделала до завтра. Обалдеть! Вот обнаглевшая! И как ты это все успела? Я? Я же не дурочка сама это все делать. Я дала денег нужному человеку, и к утру у меня уже все было готово. Ну и правильно. Нечего лишний раз менять как портить. Так Китти не сама делала эту домашку. Получается, поэтому обряд не сработал. Что ты там бормочешь? Подслушиваешь, что ли? Я? Нет, нет. Ты просто лузер, Донни. Иди отсюда. Кажется, я придумал. Вот чудила. И не говори. Китти, ты опять клеишь видно наклейки на ученику. Нет, вы что? Он сам так пришел, да, Элис? Да-да. Вранье. Почему тогда половина учеников в коридоре с такими стикерами? А это новая мода? Гранж называется. Вы что, не знаете? То есть я, по-твоему, еще и глупый? Нет, ни в коем случае. Все, Китти, мне это надоело. Завтра жду твоих родителей у себя в кабинете. Итак, сегодня я снова стала на 10 лет старше. Кажется, нужно смириться с жизнью старушки и наслаждаться жизнью. Только вот, если я с каждым днем становлюсь все время на 10 лет старше, это значит, что через несколько дней я могу... Итак, не нужно об этом думать. Лучше приготовлю пирог. Ой, ой,
Кажется, готово. Ой. Ой-ой-ой. Ну что ж я творю? Ой, с ним явно что-то не так. О! То, что нужно. Ну, и еще одно. Так. А который там уже час? Ой, не вижу. Ой-ой-ой. Уже 5. Почти ночь. Так. Надо брать, идти вязать и ложиться спать. Ой. Ой. Ева, я все понял. Прости меня. Боюсь представить, что ты понял, судя по твоему внешнему виду. Я послушал разговор Китти. Оказывается, она делала ту домашку не сама, поэтому обряд не сработал. Что? Вот зараза! Поставлю ее за вранье. Ой, что-то я сильно вжалась в роль училки. Давай проведем обряд снова. Ой, ну как? У нас ничего не осталось от Китти. Все пропало. Все уже готово. Донни, ты гений. Так, у нас есть вещь врага, а остался подарок от любимого человека, то есть от тебя. Вот тебе подарок. Ого, откуда это у тебя? Да фотографировал еще давно. Ты в тот день была такой красивой, уже год в кармане ношу. Это так мило! Так, ладно, пора приступать. Это есть. Есть. Да, получилось так себе. Извини, Ева. Ой, как обычно. Да ладно тебе. Так. Фух. Силы добра сейчас придите, порчу с грешной души снимите. Светом чистоты путь осветите, зло отступит, благо возвратите. Неужели не сработало? Ева! Доброе утро, Донни! Сработало! Ой, прости. Да, ничего страшного. Главное, что я снова молода и счастлива. Спасибо тебе, Донни. Без тебя бы этого не произошло. Да ладно тебе. А почему ты всем этим занимаешься? Ты же уже молодая. Ну, мне так понравилось печь и вязать. Это, походу, мое призвание. Тебе идет. Я так рад, что все снова нормально и больше в нашей жизни нет никаких проклятий. Ну, почти никаких. Это кто? Это Ариэль. Ариэль? Что с ней случилось? Только не говори, что ты... Да-да, я решила еще немного почитать книгу заклинаний и нашла там одно очаровательное. Правда, Ариэль? Ну и умора. И когда это пройдет? Ну, пока Ариэль не доберется до книги и не сделает отворот. Да, малышка? Какая очаровательная манюнька! Ты за этим побежала, малышка? Кажется, отворот произойдет не скоро. Как же хорошо, что судьба все-таки свела нас в больнице. Да, помню, как сейчас. Ну, где это вы так? Что, на вас амбал напал? Рана серьезная. Ну да, можно и так сказать. Ну вы прям герой. Ай, ну да, я такой. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и чем вам я могу помочь? Не мешайте. Как вас зовут, чудо? И что с вами случилось? Кристи. Одна сумасшедшая нанесла мне травму на пороге к моей любви. Как это романтично. Но мне кажется, ваша любовь здесь, а не на каком-то там пороге. Кажется, вы правы.
Мне что, выйти? Да, было бы неплохо. А что случилось с вами? Я храбро сражался и получил ранение. Как это привлекательно! Ну, не так привлекательно, как вы. Вы такой смешной. Ну так что, вам помощь нужна? Да нет, мы сами справляемся. Так я это, про ваши травмы. Ах да, точно. А давайте убежим отсюда. С вами хоть на край света. Побежали, ненаглядная моя. Эй, мистер, а как же новый бирж наложи? Подожди. Я так рад, что встретил тебя. А я тебя. Я люблю тебя. И я тебя. Но я уверена, что все равно это все заслуга ведьмы Ариэль. И мы должны поблагодарить ее за это. Конечно, конечно. Но самое главное... Мы должны... попросить ее помочь нам... завести ребеночка! Какая прелесть! Ничего себе! Ариэль настоящий профессионал! Так быстро помочь нам найти ребенка! Пойдем, дорогая! Теперь ты будешь жить с нами! Как ты у нас характерная! Вся в мать! Да, дорогая? Мы такие счастливы! Какая же она очаровашка! И не говори! Так ты согласна меня поцеловать? Да! Это что за нафиг? Слышишь, ты какого фига мою девушку целуешь, а? Она сама согласилась! Ева, это так! Да, но я сейчас все объясню! Зайди ты, мы расстаемся! А в смысле? Толя, какой расстаемся? Подожди! Всегда говорит «да!» Твоя жизнь поменяется. Ага, блин, только с парнем из этой фигни рассталась. Алло. Привет, как насчет сходить в кафе? Нет, я очень плохо чувствую себя вот дома. Ты в магазине выбираешь шмотки? Нет. Я вижу тебя через стекло. А это не я, тебе показалось. Твой рот открывается в такт твоим словам. Выходи давай. Ладно. Я тебе говорю, хватит прятаться от мира. Хватит на все говорить нет. Я уже пыталась говорить да. Ты сама помнишь, к чему это привело? Я сказала да на поцелуй Нейта, и Тайлер меня бросил. Так, все, я домой. Нет, ты останешься здесь и хорошо проведешь время. Главное, Тайлера и его новую девку не встретить. Ева, вот так встреча. Привет, Тайлер и Ариэль. Да, точно, Ариэль. Вы так классно вместе смотритесь. Спасибо, мы знаем. Мы тут на вечеринку собираемся, гост с нами. Да, будет круто. Не, ребят, не могу, сорян, много дел. Серьезно? Ева, ты как была занудой, так и осталась. Все, с меня хватит, я домой. Да какое право он имеет что-то мне высказывать? Я не зануда! Скажи миру да. После этого семинара ваша жизнь изменится? Сейчас докажу, что я не зануда! Я хочу, чтобы вы приняли «да» в свою жизнь. Тогда вы достигнете всего! Но прежде чем мы начнем, хочу поприветствовать новеньких! Она новенькая! Она новенькая! Добро пожаловать, будущая мисс Да! П-
подходите ко мне. А, да нет, я просто посмотреть пришла. Что ты сказала? Нет. Мисс нет! Мисс нет! Мисс нет! Как тебя зовут? Ева! А ты уверена, что тебе нужен сегодняшний семинар? Нет! Мисс нет! Мисс нет! Мисс нет! Ты не живешь! Ты сочувствуешь! Посиживай в своей комнате и просто тратишь время! У тебя нет парня! Ты потерял его в своей жизни! Так ведь? Да! Мы заключим сделку! Ты хочешь заключить соглашение? Да! Скажи громче, чтоб я услышал! Да! Скажи это так, чтоб я поверил! Да нет! На той мусорке только корочки от пиццы выбрасывают, да! Алло! Алло! Разрядился. А нам долго еще? Да, почти пришли. Слушай, у тебя не будет занять пару баксов? Да, конечно. О, так, а может ты мне тогда все отдашь? Да, держи. Ну все, вот вы как раз и пришли. Пока. Нет, ну пипец, я одна в лесу, без денег, с разряженным телефоном. А как я домой попаду? Помогите кто-нибудь! Ева, это ты? Эй, как я рада тебя видеть! А что ты делаешь в лесу? Да вот, решил на природе прогуляться, а ты? Заблудилась! Хочешь, я тебя домой проведу? Да! А говорить да? Не так уж и плохо. Ой. Аккуратнее, ботан! Ой, прости, у меня тут эксперимент. Нужно срочно на ком-то попробовать. Ясно. Стой! Можно на тебе попробовать мою сыворотку? Это уже слишком. Мало ли какую ты там фигню намешал. Нет! Ну ладно. Надеюсь, если того нет, все будет норм. Или не норм? Кажется, тут тип был прав. Я сказала нет, и жизнь меня отомстила. Придется идти к ботану. Эли! Че ты карать? Прикинь, что я узнала. О, новые сплетни? Угу. Короче, Ева заключила сделку и теперь на все говорит да. Да ну нафиг, ты уверена? Да, она даже согласилась быть подопытной ботана Гарри. Вот это прикол. Только мне нафиг эта информация. Какая же ты тупая. Мы можем развести его на бабки. Ой-ой-ой. Привет, Ева. Привет. Ого, а что это у тебя на лице? Это рисунки? Ай, больно же, только набила. Это татухи? А как ты на это решилась? Еще и на лице? Мастер предложил, и я не смогла отказать. Значит, и нам не откажет. Слушай, Ева, а ты не хотела бы дать нам свою кредитку? А то так хочется новых шмоток. Да, конечно. Вот... Держите. Вот это мы сейчас шмоток наберем. Ага. Не
поверить, что она просто так отдала нам свою кредитную карту. Ловушка Ева! И о чем эти куры там болтают? Надо срочно найти Еву. Все скупили? Ага. Здоровье! Не так быстро. А что ты такая недовольна? Сама же нам карточку отдала. И шмотки обратно забрать не сможешь. Уверены? Ева, ты же хочешь забрать эти вещи и отдать в детский приют? Да. Гоните шмотки. Ну так нечестно. Вещи сюда, быстро. И это заберите. Все равно на ней бабки закончились. Эй, осторожней! Подайте на пропитание. Добрая девочка, а не найдется ли пару монет? Конечно. Вот. Приходите к нам в кафе с самой острой едой. Придете в кафе? Да, да. Ты чего плачешь? Я купила мороженое на последние деньги. Оно упало. А у тебя новое? Можно мне? Да. Вау, спасибо. Миссис Кристи, а вы чего такая злая? У меня внеклассные занятия срываются. Ученики, которые должны были помочь мне, не отвечают. Так еще и стены в спортзале перекрасить надо. Печально. А ты не занята сейчас? Может, поможешь мне? Да! Миссис Кристи, ну скажите уже наконец, кто стал президентом Шировы? Точно не ты, выскочка. Сама ты выскочка! А ну не трогай мою подругу! А ты не ори на весь класс! Вот именно! А кто же у нас становится президентом школы? Я! Чего? Ее даже здесь нет! У Евочки сейчас важное интервью. И она выиграла, потому что помогла всем учителям с внеклассными занятиями. Вот они за нее и проголосовали. Офигеть теперь! Задолбала мне эта Ева. Завидуй молча, неудачница! Не верится, что ты согласилась снять со мной видео для танцевального конкурса. Я думала, ты будешь против. Ты ведь бывшая девушка моего Тайлера. Да забей. Главное, что мы круто проведем время. Теперь я не упускаю ни одной возможности сказать «да». Супер! Тогда погнали! Кажется, получилось то, что нужно. Сейчас посмотрим. Нейт! Привет. Привет. Не ожидала тебя здесь увидеть. Да я и сам не ожидал. Ты татухи набила? Ага. Так что ты хотел? В общем, я увидел репортаж про тебя и решил позвать тебя на свидание. Ого! Обалдеть! Это лучший видос! Ева, это супер! Ага, я рада. Так, что ты там говорил? Ты согласна пойти со мной на свидание? Свидание? Да, да, я согласна. Надеюсь, от этого нет ничего страшного не произойдет. Не хватало еще раз с лестницы упасть. И вообще, нафиг мне этот Тайлер? Я с Нейтом встречаюсь. Ай! Где я? Что случилось? Успокойся и не дергайся. Ты упала и ударилась головой. Что? Как? Не знаю. Мы нашли тебя у дома Тайлера. Я ему звонила, но он только рыдал в трубку. Он расстался с Ариэль и просил, чтобы я снова стала его девушкой.
Что? А ты что? Сказала нет. А после этого и ударилась головой, потому что должна была сказать да. И как это связано? Мне нельзя никому отказывать, иначе капец. Даже эти дурацкие татухи набила. Тебе не обязательно говорить на все да. Дево фарло. Что? Это по-итальянски? Ой, я хотела сказать, что обязательно. И когда ты успела итальянский выучить? Да в гугле попалась реклама, хотите ли вы выучить итальянский? Я нажала да. Да что? Ничего, пойду врача позову, скажу, что ты уже очнулась. Как хорошо, что у меня быстро выписали. Тебе просто повезло, что не сильно головой ударилась. А-а-а, помогите! Разойдитесь! Стой! Он украл мою сумку! Может, полицию вызвать? Так он уже убежит! Верни мне сумку! Да, хорошо. Стоять! Отстань! Попался! Ай, больно! Нефиг сумки чужие воровать! Вот это да! И снова Ева! Тоже грабителей ловит! Пару слов для наших зрителей! Да, ничего необычного. Просто попросили вернуть сумку. Вы невероятная девушка! Столько добрых дел! А казалось бы, обычная школьница! И правда, обычная школьница. А постоянно в новостях светится. Странно все это. Надо будет побольше узнать об этой Еве. Вдруг она какой-то тайный агент. Почти пришли. Уже можно открывать? Да. Уфу, это ты все сам сделал? Ага, решил устроить там романтическое свидание. И тут никакая официантка нам не помешает. Это точно. Вау, тут еще мои любимые фрукты. Я рад, что тебе нравится. У меня к тебе серьезный разговор. Только не говори, что ты меня бросаешь. Конечно нет, я никогда тебя не брошу. Просто мой дядя оставил мне в наследство дом в Европе. И я собираюсь переехать туда. Ты поедешь со мной? Переехать в Европу? Когда? Завтра. Я знаю, что это очень быстро, но я хочу, чтобы ты поехала со мной. Ты согласна? Я знал, что ты согласишься. Обещаю, ты не пожалеешь. Как же круто нам с Евой будет в Европе. О, свежие новости про Еву. Срочный выпуск! Вы уже все знакомы с Евой! Так вот, сегодня ее чуть не арестовали за ее подозрительную активность и популярность. Чего? Но оказалось, все очень просто. Ева на самом деле заключила сделку и на все говорит только «да». Это ее слоган по жизни. Говори «да» и добьешься всего. Офигеть! То есть, я тебе нравлюсь? Да. Я знаю, что это очень быстро, но я хочу, чтобы ты поехала со мной. Ты согласна? Будет Еве плевать на меня, и она согласилась поехать со мной только из-за какой-то дурацкой сделки. Привет! А я уже вещи собрала. А ты чего такой печальный? Увидел очередной репортаж про тебя. Это правда насчет сделки с Да? Правда. А что? То есть ты правда согласилась поехать со мной только потому, что ты не можешь сказать нет? Ну, да. Может, ты и на свидание со мной пошла только поэтому и не любишь меня? Да с чего ты взял? Это не так! Ты любишь меня? Да. Сырую землю съешь? Чего? Землю сырую съешь? Да. Все ясно. Ты не любишь меня, просто не можешь сказать нет. Эй, стой, послушай меня! Нужно срочно найти этого коуча и отменить сделку! Иначе Нейт мне ни за что не поверит! Нейт, подожди! Стой! Чего тебе?
Я пришла сказать, что... Нет, я не буду, я строю землю. Чего? И нет, я пошла на свидание не из-за сделки, а потому что и правда люблю тебя. Ты теперь можешь говорить нет? Оказывается, всегда могла. Я правда тебя люблю, но переезжать на другой конец света не готова. Тут все мои друзья, родители, тут вся моя жизнь. Я хочу быть с тобой, но переезжать я не хочу. Я и сам должен был догадаться. С переездом и вправду неожиданно, даже для меня. Как ты переезжаешь? Нет, ну как же я оставлю здесь свою любовь? Так ты мне поверил? Ну конечно. А с горы без парашюта прыгнешь? Нейт, блин! Тогда или нет? Нет, дурачок! Кстати, по поводу татуировок. Тебе они и правда нравятся? Или ты набила их только из-за своей сделки? Вообще из-за сделки. Сначала хотела их свести, но сейчас не представляю себя без них. Тебе очень идет.